Мужчина должен дарить цветы, обеспечивать, дарить подарки, быть заботливым, быть внимательным. Все должен делать. Нифига себе! Если у вас есть такой запрос, и вы хотите разобраться, а должен ли, или что же он конкретно должен делать, мы сегодня с вами об этом поговорим. И я вам расскажу один секрет. Как направить мужчину, чтобы у вас все это было, но не из позиции, что он должен, а из позиции, потому что он сам этого хочет. Что такое должен? Когда мы говорим мужчине «ты должен», мы сразу становимся в позицию агрессора по отношению к мужчине. Вы спросите, как же быть? Как быть, если мне нужно, или я хочу, а он делает? Если я прошу его, я не говорю об этом, я ему намекаю, а он меня не слышит. Первое, что вам нужно понять для себя, это то, что никто никому ничего не должен. Блять. Прежде всего, необходимо убрать позицию агрессора. Убрать позицию, в которой вам кто-то что-то должен. Ну, представьте. Если вы хотите все-таки, чтобы для вас кто-то что-то делал, и делал это по своему желанию, попросите его об этом. Просто попросите. Если он вам сказал нет, я убегаю отсюда.